Сахарная свекла требует к себе большого внимания. Корнеплод, богатый сахарозой, любит тепло, солнце и влагу, поэтому выращивают его фермеры лишь трех районов – Ульяновского, Чердаклинского и Цельнинского. К середине октября ульяновские земледельцы убрали больше 70% свеклы. В общей сложности валовый сбор составил 319 тысяч тонн, при средней урожайности 374 центнера с гектара. Это значительно выше, чем в прошлом году. В прошлом году урожайность составляла 224 центнера с гектара. В целом, хочу сказать, что аграрии стали каждым годом все больше уделять внимание научным технологиям. Безусловно, выбирают качественный семенной материал. Активную приемку урожая ведет Цельнинский сахарный завод. Уборку свеклы и само производство на днях осмотрел губернатор Сергей Морозов. Обсудили перспективы развития переработки сахарной свеклы. В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на заводе была своевременно проведена подготовка комплекса перерабатывающего оборудования. По словам главы профильного ведомства, заводом уже выработано 70 тысяч тонн сахара. Потребность Ульяновской области 60. Излишки пойдут на экспорт. Как отметил Михаил Семенкин, впервые за 15 лет в ульяновских магазинах зафиксирована самая низкая цена на сахар – 21 рубль 50 копеек за килограмм. Однако, если для жителей это несомненный плюс, для производителей это означает снижение дохода. Областное правительство обещало помочь. В этом году мы с сельхозтоваропроизводителями провели определенные рабочие встречи, где мы выработали определенный механизм государственной поддержки. И со следующего года, во избежание сокращения посевных площадей, будет выделена дополнительная господдержка в разрезе, скажем так, в разрезе на 1 гектар, это мы выплачивать будем 1500 рублей. Градообразующее предприятие по географии продаж обеспечивает сахаром весь Приволжский федеральный округ, в том числе и некоторые регионы Центральной России. Поддержка сельскохозяйственного экспорта будет продолжена в рамках реализации нацпроекта.